Значит, добрый день, дорогие друзья. У нас начинается очередной выпуск программы, которая называется «Диалоги с гитарой», где встречаются два фаната этого инструмента и играют, и разговаривают. Значит, в начале передачи обязательно я хочу сказать большое спасибо организациям и людям, которые делают возможным вообще проведение этого мероприятия. Это клуб Алексея Козлова, на мой взгляд, лучший сегодня клуб джазовый в мире. И это компания «Мусторг», в которой работают тоже энтузиасты своего дела. И они, собственно говоря, и делают так, что эта передача происходит. Не считая, конечно, участников. И заранее еще большое спасибо, конечно, звукорежиссерам, что видеоинженеры, что аудиоинженеры, за то, что они вообще вот это все делают. Вот бывает так, вот выходит диктор на сцену и говорит, выступает, заслуженный, да-да-да-да-да, идет целый ворох вот этого всего, а потом называется фамилия, никто ее не знает. Значит, но есть второй случай, когда ты просто называешь человека, и не надо говорить, какие у него звания, какие у него заслуги и так далее. Это просто уже и так все знают. Значит, выступает сегодня со мной вместе Александр Винницкий. Винницкий, да. Ну, представлять его это, в общем-то, не особенно и нужно, потому что я думаю, что нет в нашей стране и вообще в русскоговорящей среде мира человека, который не знает Александра Винницкого. Просто я думаю, что нету. Потому что человек посвятил, ну, как минимум 50 лет своей жизни вот этому инструменту. Значит, записал огромное количество музыки, выпустил очень много учебников и так далее, и так далее. Это все, вот это все вместе. Ну, тут очень долго рассказывать, легче погуглить, честное слово. В нашем случае интересно же не то, что человек сделал как бы по работе, а как это вживую вообще выглядит. Вот мы сейчас будем разговаривать. Вы все здесь сидели, видели, что мы ни о чем не договорились. Никаких заготовленных вопросов не было, вообще ничего такого. То есть я сейчас буду задавать вопросы, на которые человек будет отвечать незаготовленно. Соответственно, на мой взгляд, это будет интересно. Ну, как-то вот так. Это и есть джаз, собственно. Это такой джаз. Потому что смысл вообще этой передачи в том, чтобы ни к чему не готовиться. Вот мы даже не репетнули ни разу. Это все происходило сиюминутно. Вопрос у меня вот какой. Значит, понятно, что написано во всяких в гуглах. У меня вопрос такой. Вообще, как получилось, что вас сподвигло вот на это вот все безобразие? Я к чему сейчас объясню, потому что вы по началу своей работы и по тому, как вы учились, это классическая гитара. С чего это вдруг взяло и унесло в джаз? Значит, была двойная жизнь. У меня она началась сразу же. Одна – это музыка в семье. Мой папа, он фронтовик, и он сам как-то настроил приемник. И когда мы собирались с братом в школу, каждое утро мы слушали «Голос Америки». Ой, да, Виллис Канувер. Ну, дальше можно продолжать. Да, и да, передача Виллиса Канувера. Для нас, братом, это стало нормальным. В то время как сверстники начали увлекаться там Битлз, рок-музыкой, у меня уже была прививка. Вот. Но я еще не умел играть. Старший брат увлекся джазом, и он стал саксофонистом. Он и сейчас саксофонист, живет он в другой стране. А я, подражая ему, значит, увлекся и пошел, записался в музыкальную школу на трубу. В это время каким-то образом мы добывали эти записи. Ну да. Там у фарцовщиков покупали дорогие пластины, это уже позже. Магнитофонные пленки слушали. И для меня это стала музыка желанная, естественная. Я сейчас вспоминаю, у меня не было такого какого-то экзальтированного. Все, что происходило рядом, эстрада и увлечение модными вещами, оно для меня было всегда малоинтересным. Вот. А чуть позже я уже увидел, что дома есть гитара. Вот так вот. Она висела на гвоздике. Я провел по пальцам и понял, что в чем разница гитара и труба? У трубы можно один звук взять, а у гитары сразу много.
Ну, как-то вот так получилось, я стал самостоятельно заниматься, но... То есть педагога не было? Вначале не было, был магнитофон. Как и у меня, собственно говоря. Записывали, переписывали. Ну, Омск – это не такой, не джазовый и не, так сказать, большой музыкальный центр, но, тем не менее, мы находили записи. И образовалась группа музыкантов, которые вот экспериментировали. Дальше вы все понимаете, то есть это группа людей, которые друг другу как-то достают информацию, передают. И я стал заниматься самостоятельно. А потом, уже когда я немножко играл, я даже сам гитару сделал, электрогитару, я услышал Чарли Бёрда и услышал Босанову, услышал Жабима. И все, у меня щелкнуло, я стал искать вот такую классическую гитару, играть, учиться пальцем, сначала самостоятельно. Ну, в процессе таких занятий я подготовился, тоже все было немножко кувырком, гораздо позже, чем это нужно, и поступил в училище музыкальное на классическую гитару. Но другое не было тогда. Да, и это был преподаватель Виталий Михайлович Дерун, вот. А все время я уделял джазу. Я снимал с магнитофона, но уже на такой гитаре, играя пальцы. Вот. Ну и постепенно это все развивалось. Ну, Чарли Бёрд в основном играет трио, ну, то есть в составе. Потом я услышал гитариста, я не знал, кто это, на пленке, и он играл один. И тоже я стал снимать, пробовать. Я понял, что гитара очень... полифонический инструмент с огромными возможностями. И что интересно, через 35 лет я узнал, кто этот гитарист. А я просто эту пленку всю прослушал. И это был Лени Брю. Mm. Вот. Ну и вот так он как бы зацепился. Естественно, Джо Пасс, виртуозы я слушал, снимал, какие-то доставал учебники. В общем, шла параллельная жизнь. Я закончил училище по классической гитаре, а в это время я все время занимался джазом, но сам. Я играл в составах, каких-то фестивалях участвовал со старшим братом. Вот. Но это какая-то была такая невидимая ни для кого жизнь. Для меня она была очень важна. Вот. Пока я не начал создавать вот этот пальцевый мед, когда я могу играть один. Поэтому игра в ансамбле, она всегда шла немножко отдельно. Сейчас я практически не играю, очень редко выступаю именно в ансамбле. Там с Сашей Родовским иногда пересекаем, с Антоном Горбуновым играли. Но все пошло в сторону создания полифонической структуры. То есть джаз на классической гитаре. И это заняло, как вы сказали, многие годы. Многие годы, но я продолжаю удивляться, подпитываться и восхищаться джазовым музыкантом. Ну вот периода свинга. Ну, честно говоря, я всегда завидовал, когда я видел, как человек вот может один сыграть за всех. Зависть у меня была очень простая, на самом деле. Что, ну, не надо репетировать ни с кем. Ни с кем не надо договариваться. Вообще эконом-группа. Да. Ну и не надо гонорар делить. Да? Я про это, да. У меня когда-то очень давно мы играли вдвоем со скрипачом, очень известным в свое время был скрипач. Не буду сейчас говорить просто про него. Мы с ним вместе, значит, отыграли в ресторане, отыграли, и когда пришло время делить гонорар, он на меня так смотрит, что-то нас много. Вот. А в результате как получилось, что переехать в Москву, преподавать в Гнесинке и так далее? Это когда уже произошло? Ну, как я сказал, я родился, становление произошло в Омске. Я уже тогда был наполнил джазом. У меня огромная коллекция этих катушек. У фарцовщиков я покупал пластинки. Ну, как я пластинки покупал? 40-45 рублей это тогда были большие. Бешеные деньги были. Вот. Но я их заслужил. Это и Дэйв Брубек, это и Сони Роллинс. То есть я был в этой строе. И после армии, отслужив в армии, меня приняли в театр драматический музыкальным руководителем. Ну, не то, что приняли, а ну как с подачи одного актера. Там, в общем,
И я сделал первый спектакль, и это все понравилось дирекции. Я 5 лет работал в Омском драмтеатре музыкальным руководителем. 30 спектаклей, которые вышли, они, 7 из них с моей музыкой. Я стал немножко писать. Вот это дало мне очень много для моего воображения, становления как бы как художника, не только как музыканта. Вот. И однажды в город приехала Елена Камбурова. Один из актеров, мой большой друг Холя Ханжаров, говорит, пойдем, я тебя познакомлю. На концерт сходили. Я послушал, мне очень понравилось, но я понимал, что это, конечно, не джаз, но что-то совершенно необычное, то, что я не слышал. Мы познакомились, и в гостиничном номере Елены Камбуровой я сыграл известную всем гитаристам такую. Так просто я наиграл. Я смотрю, она просто меня сверлит глазами, смотрит на руки. Что-то она услышала в моей игре, не знаю, в звуке. И с этого момента у нас завязалась переписка. Ну, в общем, на это все ушло год. Я приезжал на гастроли куда-то, в какой-то город, просил, там вырывался из театра. И мы пробовали песни. И тут у меня проявился вот этот багаж джазовый, то, что у меня хороший гармонический слух, я могу импровизировать, и я быстро подбирал то, что ей нужно. Там, на стихи Цветаева, Мандельштама, Ахматовой, то есть это такая поэзия, вот, она была просто поражена. Но она жила в Москве, работала в Москонцерте, а я жил в Омске, работал в театре. Ну и в конце концов она пригласила меня. Сейчас уже можно говорить, потому что есть такой момент, был такой момент, который помнит наше поколение. Нужна была прописка. Да. Вот. И, естественно, я... А в Москве прописка – это очень сложное дело. Да, ну, естественно, она... Был парень у нее в группе работал, который встречался с девушкой. Этот парень поговорил со своей девушкой, они не расписаны. И эта девушка, Дина, сказала «да», и мы с ней поженились. Это было очень смешно, причем это все очень хорошие, простые ребята, мы как бы для дела, да? Вот. Но Мендельсона нам пришлось послушать. Все равно мы выслушали. Я через такое тоже проходил. Да, но был еще один интересный момент. И, ну, я стал работать. Меня приняли в Москонцерт. Очень много мы сделали с Леной, и пластинки записали. Но настал момент, естественный момент, что Дина все-таки с Ваней, они... Ну, как бы друзья, ну, совсем официально я, да? И вдруг Дина беременеет, и Ваня обращается к мне: «Александр, ты должен отказаться от ребенка». И тут я понимаю, что я официальный муж. Ну, в общем, такой был тоже момент, но человеческий фактор сыграл огромную роль. То есть это не помешало мне... 7 лет проработать с Еленой Камбуровой. И мы очень элегантно разошлись. Естественно, я сделал все, что нужно. Ну, потом я уже встретил свою настоящую жену. Был настоящий уже ребенок, мой сын. Вот. И таким образом я, проработав с Леной Камбуровой 7 лет, сделал много аранжировок. Вот. И постепенно, опять же, в недрах этого ансамбля, трио, пианист я и Лена, я писал свои вещи. И там уже я уже начал вырываться на какие-то концерты, создавать свой репертуар. Здесь многослойно, потому что сначала был сложный репертуар, аранжировки, а потом я понял, что я могу преподавать это, а материала-то нет для детей.
на классической гитаре, джазовая музыка. Ну, я стал писать еще и для детей. Вот. Ну и, в общем... Самое время сыграть что-нибудь из того, что вы написали. Это так называемые детские джазовые альбомы, которые я выпустил, три. Вот. Надо сказать, что это самое сложное – писать простую музыку. Еще, чтобы в ней узнавалась и джазовая гармония, и джазовый ритм. Ну, я попробую сыграть. Это «Розовый слон» из второго альбома. Из второго, по-моему. Нет, из первого. Спасибо. Вот. И вот такие пьесы я начал писать, ну, как бы впал в детство. Ну, очень хорошее впадение, я бы сказал. У меня вот какой вопрос. Вот у меня, например, не получалось. Ну, я тоже сегодня совмещал, скажем, концертную работу и преподавание. Но в какой-то момент понял, что оно не совмещается друг с другом. Либо то, если ты хочешь сделать по-настоящему, либо то, либо другое. Как у вас это получалось? Ну, то есть я много лет работал, скажем, в эстрадном оркестре Урбеляна, я не знаю, на радио и телевидении. И при этом преподавал еще с 80-го года, преподавал. Но я понял, что вот в какой-то момент получается, что ты не успеваешь либо там, либо там. И я сделал выбор. Поэтому сейчас у меня, скажем, меня все время спрашивают мои же студенты, а почему вы так мало играете? Ровно по этой причине. То есть, чтобы сыграть концерт, это мне надо уже сесть как следует, прийти в форму, там, подготовиться, сделать программу. То есть, потерять много времени на это. А тогда вы, ребята, останетесь без педагога. Да, это да, из той же серии, как, скажем, когда кто-нибудь говорит, что я учился у того-то великого. Я все время спрашиваю, ты этого великого сколько раз видел в своей жизни? Да, ну это неразрешимая проблема, и у каждого она решается по-своему. Вот вы как решаете? Вот. Я, конечно, искал компромисс, но был период, когда я очень много занимался и мало преподавал. Но 10 лет я преподавал в Гнесинке, поэтому это была какая-то организованная деятельность. Но надо сказать, что когда я в Москве женился, то моя жена стала моим директором. А. Понимаете? Моя жена вот. Тоже мой директор. Да, и те качества, которые я, ну, в качестве директора я увидел, кроме всего прочего, в нее, я понял, что у меня их нет. Я больше склонен к компромиссу, лучше я скажу «да», чем я буду отстаивать какие-то гонорары, там, позиции. Вот. И вот этот дуэт мне помог как бы организовать жизнь.
Но это всегда был конфликт, потому что очень часто на концерты, которые нужно было хорошо готовиться, я физически не успевал. Это, конечно, я не могу сказать, что я нашел какой-то ключик или там метод, которым я могу поделиться, как это делать. Это, конечно, высокая организация. Прежде всего, занятия должны быть не продолжительные, но очень эффективные. Это меня всегда интересовало, но я не только у гитаристов учился, там литературу пианистов читал. Вообще, когда я был за границей, я всегда, а мне посчастливилось там с великими классическими музыкантами, я всегда интересовался вот этой техникой, как они эту технику создают. И как бы смотрел, заглядывал и брал что-то для себя. Создал какую-то собственную систему эффективных коротких занятий. Вот. Ну, где-то они помогали, где-то нет. Но была третья еще как бы профессия. Я стал писать. О, вот, да. И все. И это... слава богу, тогда появился компьютер, и я первый я писал рукой партитуры. Вот. И поэтому у меня как бы сутки стали 24 часа. Только очень, этим. Очень знакомо. Да. Ну вот, здесь я думаю, я не открываю Америки, потому что должна быть жертвенность ради нашего дела, да? Мы приносим в жертву какие-то вещи, которые мы хотели бы сделать. И очень часто мне там с кем-то договариваюсь, а у вас когда отпуск? А я этого слова не знаю, что такое отпуск и вообще чего-то не делать. И, конечно, эти слова не в качестве жалобы. Я счастливый человек. Вот. Ну, конечно, далеко не все получалось и получилось, как я бы хотел, но я попытался это соединить. А уже, когда я закончил свои отношения с бюджетными организациями, свободными, ну, уже тогда стало немножко полегче, потому что я стал расписание мог как-то подстраивать все. Вот. Поэтому это не... Это очень персональная, да, ведь тема, ну, да, сочетание... Да, да. Преподавание и игры. Мне кажется, ну так, я уже как музыкант говорю, это какие-то должны быть качества, в том числе и технические качества, которые, допустим, я обнаружил, что у меня их не то что нет, но не такие, как я бы хотел. Что мне надо больше заниматься гораздо. Вот. А мне и этим хочется, и это нужно, и послушать нужно, и почитать, и писать. Вот. Поэтому вот это вот состояние броска, единственное, когда я это сделаю хорошо. Вот, может быть, это, а потом это сделаю хорошо. Вот. Но как бы примирения внутри не нашел я такого. Вот. Какие-то моменты я просто отдаю предпочтение. Вот. Поэтому высокая организация должна быть. И вот я еще раз повторяю, я пришел к тому, что если ты сел за инструмент заниматься, вот надо все отключить и сказать себе, я делаю это. Вот, не там, это, сям что-то. Делаю это. Вот сколько у тебя там есть? Час. Все, отключаешься и делаешь. Пусть немного, но хорошо. Как-то вот я к этому стремлюсь. Вот. Да, но я еще, знаете, как говорю, я еще занимаюсь, когда со студентами играю. Вот, да, да, да. Очень часто это своего рода занятие. Да, показываю. Да, причем я очень активно это использую, именно как занятие для себя в первую очередь. Вот. У меня, кстати, тоже писание музыки отнимает, ну, сейчас уже меньше, но я много музыки написал для документальных фильмов, много. И самое интересное и смешное... Да, самое смешное во всем этом, значит, я джазовый музыкант, по сути, да, своей. Ну, понятно, что я играл эстраду и так далее, но я не умею писать джаз вообще. У меня получается писать классическую музыку.
как-то играть джаз, да, и писать только классическую музыку. А по поводу счастливого человека мне очень давно сказал мой дед. Я прям всем рекомендую, я всегда это рассказываю. Значит, мой дед как-то сказал: слушай, говорит, ты такой лентяй, говорит, жуткий. Найди себе работу по душе, и с этого дня ты перестанешь работать. Да, мудрые слова, совершенно подписываясь. А то, что вы сказали, вот писать джаз, у меня до сих пор остается очень такое странное ощущение, что я какую-то не совсем естественную вещь делаю, потому что зафиксировать джаз в ноты – это уже немножко какая-то крамола, да? Мы же вот, ну, сейчас вот был яркий пример. Спасибо бесконечным пробкам. Я, кстати, по-моему, припарковался у Кремлевской стены, потому что все было занято, я, в общем, где-то припарковался. Я предупреждал. Да. Но мы встретились, быстро договорились, стали играть, да? А кто-то может сказать: о, как они классно сыграли. Александр Иванович, или к вам, Александр или Михаил, скажет: а может ноты, вот то, что вы сыграли? Нет, нельзя ноты эти записать. Вот, потому что сама фиксация джазовой музыки нотной – это тема, которая меня занимает до сих пор. Не делать этого, я считаю, неправильно. Вот я умею писать ноты, все. Вот. Другое дело, как их играть, комментировать, степень условности такая, да, высокая. Да, да, совершенно верно. Вот. И мой очень хороший, очень известный музыкант, лютнист Андрей Чернышов, с которым мы много общались, он как бы мне тоже открыл свою историю в барочной музыке. Он говорит, это все, очень много условностей, как в джазе. То есть музыканты владели вот этой слуховой надстройкой, багажом. Они могли украшения играть, они могли немножко менять мелодию. Были квадраты гармонические, в которых они музицировали. Вот, то есть получается, что как бы джаз пришел то, с чего начиналась старинная музыка. Ну, это же в любом случае часть музыки той, которая была. Он же не сам по себе вылупился, это же понятно. Да, и вот фиксация, она дала свои результаты, поскольку, ну, я уже могу сказать, что очень многие дети играют с удовольствием. Там я блюз ввожу, и там и страйт, и все прочее. И стали многие чувствовать это. То есть вот эту надстройку далеко не все. Ну да, я вообще, знаете, с чем сравниваю джазовую музыку? Если с точки зрения живописи взять, это импрессионизм. Да. Ну, по сути-то вот. Да, то есть, абсолютно. Ловишь, да, момент. Либо получился момент, и все увидели там «Ливень в Париже», либо не получился момент, и все увидели, не хочу сказать, что. Да, совершенно верно. Между прочим, я извиняюсь, значит, уважаемые дамы и господа, если у вас будут вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Ну, к кому-нибудь из нас. Ну, прям руку поднимите так. Да, или можно, там постучите по столу. Да, постучать по столу, пробежаться вперед. В общем, как хотите. Так что, если будут вопросы, задавайте. Тут, я смотрю, есть ученики и студенты, и мои, и ваши вот там сидят со всех сторон. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Вот. Значит, вот смотрите, здесь мы прям подходим к такому океану проблем, исследований. Вот. Но все равно остается уши. Это то, что то, куда попадает. Вы знаете, как я характеризую, не знаю, согласитесь ли нет, вот я всегда характеризую это вот каким образом. Вот как начинает человек играть? На слух. Да? Потом он учится. Учится, там, училище, консерватория, там, потом лаборатория, потом где-то играет, и он выучил кучу всяких вещей, начиная от гармонии, кончая модуляцией, чем угодно, да, выучился. Если он хорошо выучился, он потом опять играет на слух, только у него слух другой. Да. Ну, по сути, совершенно верно. То есть он приходит на другом уровне. На другом уровне все равно играет на слух, как бы, получается. Ну, в какой-то степени в классической музыке этот круг
тоже совершает музыкант, чтобы потом уже выступать. Вы классические музыканты. Я вот я своим студентам все время говорю, ребята, даже близко не подходите по уровню к классическим музыкантам. Вот джазовые музыканты, по большому счету. Почему? Сейчас я, ну, я им это объяснял, и сейчас я хочу, чтобы аудитория это послушала. Значит, когда мы играем джаз, мы, по сути, импровизируем. Ну, то есть мы сыграли тему, и дальше уже каждый играет, что кто во что гораст. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Значит, у классических музыкантов возможности импровизации очень прямо совсем заужены. То есть они же играют по нотам, которые написаны уже вот конкретно. И потом говорю, ребята, вот посмотрите, три великих музыканта играют одну и ту же пьесу. Она у них звучит совершенно по-разному, у всех трех. Вот это вот гениальность, когда ты можешь в очень узком пространстве все-таки попытаться симпровизировать. Да, да. Поэтому для меня классические музыканты просто... Дело в том, что вот именно у гитаристов есть вот этот вот для меня вообще непонятный конкурс, кто быстрее всех сыграет. Ну, прямо есть конкурсы гитарные. Я быстрее всех, этот быстрее всех. Вот есть, не хочу называть, известный гитарист, который все пытался выиграть этот самый, как его, Книгу рекордов Гиннесса, быстрее всех сыграть чардаш, например. И я все время удивлял, говорю, а почему, например, у пианистов нет такого конкурса? Вот в чем в гитаре, вот, ух ты, как запилил. Да. Ну, в классической музыке это вообще не существует. Ну, да, задайте вопрос классическому скрипачу. Он Страдивари это самое, играет Паганини. Запилил? Да. Вот только у гитаристов почему-то такая штука существует. Видимо, потому что гитара чрезвычайно популярный инструмент. Ну, это в первую очередь, да. И... Поэтому есть и табулатура, это костыли вот для непонятных. Но и гитара, она создает иллюзию легкой доступности. Совершенно верно. Ну, представьте, пианист, это рояль, это пространство, там нужно какие-то... А тут взял? Да. Да. И все, и ты уже играешь лучше всех во дворе. И такое впечатление, что прям вот раз... Да. А потом проблема струнного инструмента, самого сложного, по сути, появляется уже позже. Да. И тут еще проблема другая, вот то, что вы сказали, значит, ну, скажем, скрипач – это все-таки сольный инструмент. Да, если мы струнников берем. А гитара – это практически уменьшенная часть рояля в каком-то смысле. И еще усложненная, потому что на рояле, скажем, каждая нота имеется только в определенной октаве. Да. Вот одна. А у нас эта нота в двух местах существует. А то и в трех. А то и в трех, да. И тут целые проблемы. То есть это очень сложный инструмент. К сожалению, очень много людей этого не понимает. Особенно, когда, ну, есть же вот это вот, я сейчас возьму пентатонику и сыграю круче всех. Да. И это делают очень часто те же самые американцы, скажем, когда у них там какие-нибудь мастер-классы, и там сидит он, закинув хайер назад, и говорит, ну, вообще, я никогда не учился, я вот на пляже сидел, и меня осенило, и я почесал. Да. На самом деле у него там колледж, и так далее. И все, я в пентатонике, все крутой. Ну, теперь с этим ничего не сделаешь. Это существующая часть. Я к чему это еще сказал? Потому что вот гитаристы очень любят обсуждать гитаристов. Это прямо фишка такая, да? И меня когда спрашивают, скажем, а как ты относишься к тому или к другому, или к третьему гитаристу, да? Значит, ну, я просто я делюсь, как я это думаю. Значит, гитара самый считается популярной среди инструментов. Да? По статистике плюс-минус где-то от 4 до 5 человек. Каждый четвертый или пятый человек в мире имеет отношение к гитаре. То есть он на ней играет. Теперь если мы берем, скажем, 6 миллиардов, там не 7, а 6 хотя бы, да, то это значит где-то 1,5 миллиарда человек играет на гитаре. И тут задается вопрос, значит, сколько вы знаете гитаристов известных? Ну, хорошо, знаете 1000, хотя никто столько не знает. Нет, конечно. Да. Ну, даже если мы возьмем 1000, значит, тот человек, которого вы знаете, это один из 150 миллионов. Вот вдумайтесь в цифру, да? Теперь можно его не любить или не любить, но это уже выдающийся музыкант, так или иначе. Если вы про него что-то слышали. Да. У меня эта ситуация была очень смешная, такого рода, с таким гитаристом Фрэнком Гамбале. Значит, ну, выдающийся музыкант. И я его спросил про Алдо Миолу. Дело в том, что Алдо Миолу не любят в Лос-Анджелесе музыканты за характер. У него характер, конечно, еще тот. Да? И я его спросил, говорю, а как ты к нему относишься? Он на меня так хитро посмотрел, говорит, а как я могу относиться к человеку, который в 19 лет завоевал весь мир? Некоторые темы возникали у меня довольно много в ситуациях,
именно когда я импровизировал. Я много в свое время играл в кафе, в ресторанах и не терял время. Вот, просто сидишь и играешь какую-то... какие-то красивые аккорды. Вот. И вот такая тема появилась. Я работал, ну, это уже много лет назад, в кафе «Ацтека» было на Новослободской. Перебирая аккорды, я сочинил такую тему, которая называется «Жду тебя сегодня вечером в маленьком кафе».
меня вот какой вопрос. А что за гитара у вас? Ей уже 28 лет. В 98 году я уехал в Израиль. Эмигрировал с семьей. Вот. И к этому времени у меня сложился по гитаре, по музыке, такая сложилась идея. Я многие годы выступал на испанской гитаре «Рамирес». Это всегда был микрофон. Она тяжелая гитара для звукоизвлечения. Надо заниматься много. Да. Вот мне вот. Юра Нугманов все время Но она отдавала. Но проблема была в том, что ты на прекрасном инструменте, подготовленный даже иногда, приезжаешь в филармонию и попадаешь в руки звукорежиссера. О. И, как говорится, здесь сопротивление бесполезным. То есть он вот этими вот круть-вирт из тебя делает что угодно. Я просто замучился. Я решил, как бы такая идея была, найти электроакустическую гитару. Вот как это было. Когда я приехал в Израиль, в первые дни я в Хайфе пошел в музыкальный магазин, огромный магазин, вот, и стал ходить туда и увидел эту гитару. Я стал брать. Вот. А название у нее есть? Лопатри. А, Лопатри. Тут интересная история. Лопатри – это в переводе, значит, французское «родина». Очень патриотическая гитара. Вот именно эту гитару я ее снимал, приходил и играл. Каждый раз, когда я приходил, начинал играть, а я уже тогда играл что-то. Там «Леди бегут», и все, есть у меня всякие там, были уже аранжировки. В общем, я там играл, мне она так нравилась. Меня подключали в «Маршал», там со всеми делами. И приходил один человек, стоял и слушал. Вот. А по приезду в Израиль каждый человек заполняет анкету. Вы кто там? Я водитель, я врач. Я написал, я музыкант. А, ну раз музыкант, значит, мы тебя проверим. Какой ты музыкант, собирается комиссия. И в один день в назначенном месте пришли аж 5 человек. Я же не помню, кто на чем играл. Я играл на гитаре. Вот. И играл в то время... Сыграл свою композицию, очень бойкую, там «Жду известия», там со всякими штучками, в общем, довольно бойко. Мне поставили 5 баллов, никаких там аплодисментов, просто выписали чек на покупку инструмента. Я пришел с этим чеком в магазин. Оказалось, что человек, который меня слушал, был директор магазина. Mm. Вот. Он сделал мне еще скидку, и я купил эту гитару. Вот. И она легла в руки, и вот я просто каждый раз... Ну, вы нашли просто... Вот мы нашли друг друга, и вот на этой гитаре я играю. Но этим история не закончилась. У нее был паспорт, и там был адрес, что это деревня мастеров в Канаде. Изготавливает как-то они частично индивидуально, частично вместе. И я написал туда письмо. Благодарю за инструмент. Ну, в общем, какие-то слова отправил. И получил обратно ответ от менеджера. Марио Бифирали написал мне. Александр, а я тогда уже издался в Мелбэе. Джазовые этюды у меня издались, там блюзы. Вот. Я играю в ваши сборники. И хочу вам подарить гитару. Вот. Ну и, в общем, тут события закрутились. Я через какое-то время вернулся в Россию. А Марио Бифирали прислал мне гитару в Москву. Поэтому у меня есть сейчас вторая гитара, только другая модель, тоже Лопатри. Вот. Очень хорошая гитара. Она пришла в огромном ящике. В общем, ну да, чтобы сохранилось. Да. Вот. Поэтому я как бы считаю, что я заслужил ее. Да, у меня, кстати, есть израильская гитара. Значит, да. Израильского мастера. Израильского мастера. Значит, Руслан Давыдов есть такой вот. Ну, он и гитарист, и гитарный мастер. Они когда были в России,
Значит, мы с ним познакомились, но я проводил конкурс большой «Многоликая гитара». Много лет проводил уже, mm-hmm. почти 20 лет. И мы таким образом познакомились, и он мне сделал, ну, сказал, что вот я тебе хочу дать гитару. Я говорю, ты попался, потому что мне надо это. И они сделали мне инструмент очень хороший. Мне, я на нем электрогитару, играю. Да? Да, электрогитару такой, похожую на телекастер внешне, mm-hmm. но там она внутри, там очень много возможностей на самом деле. Инструмент очень хороший, когда ко мне приходят ученики или какие-то друзья, на ней играют, говорят, продай сразу. Так что вот с Израилем вот такая вот ситуация. То, что, да, сделано руками. Ну, я мастеров там встречал, но очень, как говорится... Ну, вот видите, вы на одном, а я играю на нескольких гитарах. Ну, потому что, во-первых, разную музыку, хотя вот это вот тоже как бы основной инструмент, mm-hmm. вот это дианджелика тоже основной. Я просто переиграл на многих гибсонах. И, честно говоря, почему взял дианджелику? Потому что Гибсон слишком узнаваемый звук. Вот прям сразу. Сразу вот слышно. Это Гибсон. А эта гитара, она не похожа на Гибсон. Она немножко другая по звуку. Пускай то есть она как-то вам легла, да? Да, да. Вот как-то вот таким вот образом произошло. У меня вот еще какой вопрос. Значит, я уже каждый раз, когда, ну, здесь в клубе Алексея Козлова, я делаю еще вот что. Значит, я вытаскиваю своих студентов, те, которые, ну, не только своих, а наших студентов, сыграть со мной или со самим, это уже как получается, да? И я каждый раз говорю, что вот сейчас модное слово «импортозамещение». Я говорю, ребята, мы этим импортозамещением занимаемся уже лет по 30 все. И, в общем-то, достаточно успешно занимаемся импортозамещением. Если вы помните, кто-нибудь из ваших студентов как бы импортозаместился здесь или где-нибудь там, что-нибудь расскажете про это? Ну, какой смысл вы вкладываете импортозамещение? То есть они... Ну, то есть, сейчас попытаюсь, вот, да. Скажем, у нас основное импортозамещение, ну, как бы у нас принято, это когда берется китайская модель, называется по-русски, и выпускается у нас, называется, вот это мы сделали. Ага. Мы же не так делаем. Мы, по сути, используя знания, и их знания, и наши знания, и создаем что-то своеобразное. То есть это вот гитарист из России. И все. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, конечно, я этим, по-моему, если вот я правильно понял вашу идею, занимаюсь. А, в смысле изготовления гитар? Изготовление или... студентов. Но имеется в виду, скажем, часть моих студентов достаточно немаленькая, она уже и учится за рубежом, многие закончили, они выступают и так далее. Они на самом деле не позиционируются как музыканты, скажем, тамошние, они позиционируются как здешние. Ну, это во многом, конечно, зависит от самого человека. Да, у меня есть студенты, которые были подготовлены здесь. Кто-то, там, Антон Южанин поступил в Королевскую академию в Мадриде. Тоня Овчинникова закончила академию в Вене по двум специальностям. Вот. Есть еще, ну, и я продолжаю преподавать многим ученикам, которые живут в других странах, вот, по скайпу. Вот. Вопрос, конечно, что я им даю, как они себя позиционируют. Вот. Ну, про Тоню я хорошо знаю, мы поддерживаем связь, потому что она часто и ноты просит, я ее высылаю, я так в курсе ее творческой жизни. Конечно, дело в том, что ведь... Джаз играет или классика? Нет, классика. Классика. Вот я не могу похвастаться, что именно я подготовил таких джаз. Сейчас есть, появились студенты. Я начал проводить такие фестивали на пути к джазу. Здесь, в Китай-городе, в Гиперионе, клуб книжный. Вот там классические гитаристы играют разные стили джазовую музыку. Но это все, как говорится, немножко только на таком стартовом уровне. Вот. Потому что и классическая гитара – это сложно, а еще играть джаз пальцами, ну, да. Иметь репертуар. А практически я не занимаюсь ансамблевой игрой. Вот у вас студенты играют и в ансамблях, и дуэты, и все.
Вот. А сейчас это только-только вот появляются такие. Мы говорим о джазе, ансамбль, конечно, очень важная составляющая джаза. Вот, ну, конечно, вот, да. конечно. Я еще вот что хотел спросить. Вот сейчас есть такой, я просто уже который диалог этот вопрос задаю, не знаю, как вы на него отреагируете. Значит, есть такая сейчас серия гитаристов, которых я называю гитарными блогерами. Угу. Их в интернете достаточно большое количество. Да, да. И среди них, ну, основное, что они умеют делать, это пахать всех остальных и сказать, что лучше всех мы. Угу. Вот скажите ваше вообще отношение вот к такого рода... Потому что я считаю, что эти люди приносят очень серьезный вред. Дело в том, что они очень точно и правильно, используя то, что ребята, скажем, не взрослые, у них еще не окрепшие мозги, и, значит, они играют перегруженная гитара, металл, это все. И, о, вот смотрите, как я высекаю, а вы так, вот как надо. Вот. И я не знаю даже с этим, что можно делать. Потому что приходят, скажем, к нам ребята, студенты, у которых тоже, ну, еще не поступившие, у которых очень скособочено понимание вообще, что такое музыка. При том, что они про музыку вообще не говорят. Вот совсем. Да, ну это вот, так, вот такое слово есть, формат. Да, я бы применил здесь это. Вот если говорить об этих блогерах, то это формат людей, очень ограниченных, очень мало личного опыта, допустим, того же опыта, выйти на сцену и, там, в клубе или где-то сыграть, не знаю, не пропищать, а сыграть, чтобы тебе там аплодировали. Вот. Мало своего опыта, мало знаний. Вот, они как бы сосредоточены на самих себе. Вот, и что-то такое оригинальное, нахватанные вот эти слова. Ну, я отношусь к этому как, ну, такая ущербная. Там по сотни тысяч подписчиков. Дело в том, что дело даже не в них. Дело в том, что очень много людей на это клюют. Да, я вот про это. Это легкая, доступная информация, такие броски. Ну, типа мы так побросаемся словами и почувствуем, что мы причастны там, к рок-музыке, к джазу, к классической музыке. Мы просто бросаемся. Ну, да, это туда. А ты знаешь этого, я знаю. Все. Там никакой нет глубины. И когда мне приходилось встречаться с гитаристами, блогерами, естественно, не озвучивая. Вот как только я подхожу, граница более-менее серьезного разговора, все блокируется. Все блокируется, да. Вообще разговора больше нет. То есть это так. Я тебе бросил, ты мне бросил, как говорят, это прикольненько, это душевненько, это вот на этом уровне. И дело в том, что, к сожалению, очень многие, кто подключается, они воспринимают это, да, о, вот. Я приобщаюсь, да, а да. Я знаю, я слушаю. Потому что и с моими учениками тоже иногда происходит. Ты слушал, вот там, не знаю, играет там. Я говорю, ты слышал эту пьесу? Александр Ильич, я вас слушаю и везде. Я говорю, да не про меня речь. И когда я начинаю говорить, что джаз надо слушать, там, пианистов, там, ансамбли, все. Вот. А оказывается, что они сужают вот этот, это поле информационное до двух-трех имен. Вот. И я еще хотел добавить, что я вижу, что возникла культура одного ролика. Вот. Согласитесь, что очень многие в разных жанрах артисты просто записывают какой-то сумасшедший ролик, и все. И этот ролик крутится и типа складывается впечатление, что артист. Потом ты приходишь на концерт, и там дырка от бублика. Это если есть концерт. А чаще всего его и нету. А потому что вот так вот взять живой инструмент и сыграть, это совсем другое. Конечно. А ролик можно, конечно, записать очень хорошо. Ну, такое делают, кстати, вот музыка есть вот эти, как это называется, не музыкальные школы, а как-то
вот гитарные какие-то вот есть... Курсы? Курсы или так далее, да, когда по 40 человек садится. А, ну это... Значит, да, мы сейчас будем учить соло «Металлики». И это происходит 2 месяца. Потом будем учить соло, там, я не знаю, какой-нибудь еще чего-нибудь. А потом такой человек приходит ко мне и говорит, я хочу поступать. Что ты умеешь играть? Я умею играть соло «Металлики». А до-мажор знаешь, что такое? Нет. И вот, к сожалению, ты начинаешь сталкиваться вот с такой проблемой, когда, скажем, по сути-то человек, который приходит поступать в училище, например, да, он уже должен быть подготовлен на уровне музыкальной школы. Ну, то есть он должен знать элементарные гаммы, элементарные аккорды. Поверьте, что половина не знает. Вот от слова совсем. Да. Но в какой-то степени эти люди, которые хотят, приходят учиться и думают, что они готовы, может быть, даже не совсем они виноваты. Нет, они вообще не виноваты. В какой-то среде, да. То есть здесь есть, безусловно, огромные возможности обмана в интернете, вот в этих формах подачи информации. Поэтому, возвращаясь к началу нашей беседы, мы с вами из поколения, которое добывало знания. Да, совершенно верно. Вот. Ценность их была уникальна. Я добыл, я... Ты слышал? Нет, послушай. И мы обсуждаем, мы можем вести вечер. Такие музыканты еще есть, и некоторые я с ними общаюсь. Сегодня я с вами говорю. Но, в принципе, сам процесс добывания информации, да, он упростился и обесценился, конечно. Поэтому, я так скажу немножко громко, задача педагогов как бы возвращение в этот консерватизм. Совершенно верно. Потому что вот, скажем, у меня половина урока уходит на то, что я им выдаю информацию, о которой они вообще не знают. В том же Ютубе. Что вот, вот смотрите, вот это есть, и там такие глаза, ой, ой. Ну, потому что они просто, им не до них не доходит эта информация, к сожалению. Значит, вот мы с вами буквально сейчас сформулировали, здесь много наших коллег. Кроме традиционного преподавания на инструменте, ну, возьмем гитару, да, здесь, да, в общем-то, гитаристы все, традиционного преподавания, джазовой, классической гитаре, значит, существует не муз-литература, которая должна быть, а некая музыкальная слуховая практика, которая, с моей точки зрения, должна быть как дисциплина. То есть не просто ты послушай, ну да, так, там, быстро, там, приятно или что-то, а именно время для того, чтобы, слушая, анализировать. Вот этого времени... в обучении нет. Дело в том, что у нас же обучение идет откуда? Из советского времени, из классической, значит, из классической этой самой, и поэтому, соответственно, такое отношение. То есть, вот что такое перейти с одного курса на другой? Сыграл 4 произведения? Молодец! Ну, это тоже неплохо, конечно. Это плохо, но имеется в виду, с точки зрения гитары классической, хорошо. Но если ты говоришь о гитаре, скажем, человека, который должен сегодня играть в ресторане, а завтра с Камбуровой, ну, например, да, то он должен быть всесторонним, многосторонним. Ну, смотрите, Михаил, прям снимаю с языка. Вот здесь на сцене, без ложной скромности, сидят 2 человека, которые проделали путь, да, есть образование, все, но мы проделали путь музыканта, и чтобы стать музыкантом, наступает момент истины. Учебное заведение говорит, ты молодец, ты сыграл госэкзамены, все, у тебя, вот тебе диплом, тебе дают легкого пинка, дверь закрывается, плыви. А вот дальше происходит самое интересное. То есть, как работает вот это все. Я сыграл там программу, я сыграл это. Вот это никому не нужен. Ты же потерял время, 4 года, 5 лет. Ты мог бы слушать, учиться, ходить, знакомиться, пробовать. А ты это время думал, что я буду получать оценки, мне дадут диплом. Диплом заиграет. Да, и дверь откроется, и тебя все ждут. Никто тебя не ждет. И вот это очень важный момент, потому что примеры музыкантов я студентам, ученикам говорю. Берите пример с тех, кто состоялся. Изучайте их биографию, и вы увидите, что... В основном все лежит на твоей инициативе.
Да, учитель тебе помогает, он тебе объясняет, он тебе дает там записи, книги, концерты, это все. Но ты должен это все превращать в свое, если ты хочешь этим заниматься. Поэтому жизнь дальше ставит все на свои места. Это точно. И, к сожалению, наши коллеги из классической, очень многие уходят. Ну, это потому, что большая часть занимается этим, потому что нужно, а не потому, что хочется. Это, знаете, есть же хорошее такое, когда мастера спрашивает ученик, а сколько надо ждать, чтобы получилось? Ну, вот если ждать, то долго. Да, да. В музыке, если говорить, музыка, включая туда вообще все, сложилась иерархия. Кто наверху? Пианисты, скрипачи. Какие ансамбли? Симфонические оркестры, струнные квартеты. Вот. Вот если, ну, как бы поизучать немножко эту тему, то гитара исторически, она оказывается в очень, ну, как бы, в низкой позиции. Где-то рядом позиции. С контрабасом. Да. Внизу. Да. И, пожалуй, исключение – это джазовая музыка. Здесь немножко другая иерархия с появлением возможности гитары звучать громче. Здесь есть объективные причины. Я буквально маленькую ремарку ставлю. Да-да-да, конечно. И в начале перестройки такой человек, Михаил Яблоков из Тюмени, как сказать, выбрал все архивы о гитаре в Московской консерватории и музее Глинки и написал вот такую энциклопедию «Гитара в России за 200 лет». Вот в этой энциклопедии, я сейчас не буду занимать время, есть очень интересное, там вообще все интересное, вот, такие графы, как музыкальная критика великих классических гитаристов, там Фернандо Сор, все, который жил в Москве, все. Вот я читаю, там прям выдержки из газет. Концерт был, там журналист пишет, интересный, но звучание очень тихое, приходилось прислушиваться и что-то невнятное, и все время гитара это тихое, еще Фернандо Сор играл без ногтей, вот. И вот этот тихий инструмент очень долго, гитара, в классической музыке находился в таком немножко любительском. Там Сеговия стал, поднял его. И все равно организаторы крупных конкурсов гитару не берут. В Московской консерватории не преподается гитара, потому что так сказал создатель Рубинштейн. Сказал, гитары здесь не будет. Да. Вот, то есть об инструментах еще есть такое как бы мнение великих музыкантов, дирижеров, композиторов, которые используют, пишут для этого или не пишут для этой музыки. Вот. Здесь, мне кажется, в большей равноправии в джазовой музыке. Ну, в какой-то степени. Тут весь вопрос, смотрите, вот просто как пример вам рассказываю. Вот я рассказывал до начала передачи, значит, есть такой классический гитарист замечательный, Юра Нугманов. Да. Да? Значит, человек первый из наших гитаристов классических сыграл концерт в самом известном зале в Америке, Карнеги-Холл. Первый сольный концерт сыграл. Об этом рассказали на канале «Культура» ровно 2 минуты. Ну, вот. И на этом все закончилось. Следующий такой же пример. Евгений Побожий. Это уже гитарист из джазовой музыки. Значит, на престижнейшем конкурсе Херби Ангога, который проводится не каждый год, и там тем более гитара была там лет 5 назад последний раз, он выиграл первое место. Об этом сказали тоже 4 минуты. Потому что это как бы, ну, все-таки Бутман, да? И там чуть подольше. Ну и все, и на этом все закрылось. Об этом вообще не говорят. Если вот вы же помните, когда был момент, когда вот когда уже Советский Союз заканчивался, Дибров сделал конкурс гитарный. По Первому каналу показали этот конкурс. И там первое место занял Ваня Смирнов. Mm. И это сразу подогрело интерес. Но никто же этим не хочет заниматься. Вот как это сделать, никто не знает, честно говоря. Я почти 20 лет проводил конкурс «Многоликая гитара», который я делал благодаря только самому себе. Ну и моим друзьям, которые приходили на этом конкурсе, сидели в жюри. И все, никому было не интересно.
ни одной фамилии, хотя во времена Моцарта, Бетховена также были композиторы. А тот же Паганини писал музыку для гитары. Паганини, конечно. Ну, фамилия очень есть звучная. И в 20 веке. Да. И Родригес, и Мануэль Понсе. И, вот. Ну, вот. Кстати, но это Прокофьев не написал. Прокофьев, да. Шостакович не написал. И Рахманинов не написал. И все. Хотя очень смешно, значит, когда в Штатах говоришь с джазовыми музыкантами, они на тебя так смотрят, говорят, слушай, говорит, мы, говорит, когда занимаемся джазом, мы слушаем Рахманинова и Скрябина, а вы слушаете нас. Да. Ну, типа, как это? Да, да. И у них этой ситуации с гитарой вообще-то нету. То есть там и конкурсы гитарные проводятся, и классические, и те же самые семья Ромерос делает очень много. Да, да, да. С этой точки зрения. Так что вот так вот. Я думаю, что потихоньку, дело в том, что гитара из такого инструмента, на котором еле-еле что-то игралось, дошло сейчас до такой степени, вот сегодня современная техника игры на гитаре, она многослойная очень, там и тэппинг, и то, и третье. То есть то, что, скажем, 15 лет, 20 лет назад невозможно было представить, что гитарист сыграть может, сейчас он-то в легкую играет. И имеется в виду, если я раньше, скажем, говорил, что ни один гитарист со скоростью флейты не сыграет, сегодня уже может. Да. Поэтому это просто изменится, время нужно для этого. Вы знаете, есть такая замечательная штука, тэппинг называется на гитаре, да, вот это вот. Да, да, это да. Вот, да. Значит, тэппинг стал широко известен благодаря Эдди Ван Халену, гитаристу, который сыграл вот этим тэппингом, сыграл много музыки, и все ах-ах-ах. Но дело в том, что есть видеозаписи, вот чем YouTube и хорош, есть видеозаписи 60-х годов, где какой-то итальянский совершенно безвестный человек очень хорошо играет то же самое. Никто об этом не знал, потому что было тогда неинтересно, ни ко времени. Так что я думаю, все будет изменяться, и я надеюсь, что тот путь, который мы вот проделали на гитаре, с гитарой на гитаре, я думаю, что, я надеюсь, во всяком случае, что это знамя вот поддержат все эти люди, которые сегодня сидят в зале или не сидят, а смотрят где-то, и понесут это дальше, как и должно происходить, на мой взгляд. Да. А мы сейчас что-нибудь сыграем и тихо свалим. Thank you.
Как это получилось? Случайно. Это все случайно. Это был плод очень долгих репетиций по ночам. Ну да. Спасибо вам большое за то, что вы вообще нашли время и согласились прийти. Еще раз большое спасибо всем зрителям, которые пришли. И спасибо, значит, нашему клубу Алексея Козлова во главе с Араиком Акопяном, который предоставляет нам замечательный вот этот клуб для проведения этого мероприятия. И, конечно, компании «Мусторг», которая во всем этом участвует. До новых встреч! Спасибо вам. Спасибо.